Всем привет! Мотивационная программа «Формула 2015» была такой же яркой, стильной, спортивной, нестандартной, как и этот байк. Мы действительно верим в то, что все гениальное просто. Именно поэтому наша программа мотивации была проста и доступна для каждого ее участника. Мы действительно думаем, что настоящий бизнес похож на настоящий спорт. Именно здесь воля к победе, стремление к результату граничат с яркостью и эффективностью происходящего для каждого клиента. Все это лучше всего отображают экстремальные гоночные соревнования. Основная идея Формулы 2015 – поднятие уровня обслуживания 2.0 и формирование единого понимания подхода клиентов. Так как программа была рассчитана на целый год, каждый квартал наши 2.0-ные пилоты колесили по трассам Европы, Азии, Америки, и лучшие из них сошлись в финальном заезде под названием «Мировое гран-при». В начале года были выбраны агенты изменений, настоящие виртуозы индивидуального подхода к клиенту. У них была возможность награждать операторов специальными карточками, лайками за креативное решение вопроса и по-настоящему эффективное обслуживание. 40 самых ярких владельцев лайков по итогам каждого квартала объединялись в 8 гаражей по 5 человек, где командами соревновались в лучших разговорах. Самых достойных из них жюри пригласило в индивидуальный заезд, где уже 20 человек слушали разговоры каждого. В итоге за каждый квартал мы получали тройку финалистов, которые и приняли участие в мировом гран-при. Гонщиков-победителей на финише ждали поистине достойные и яркие подарки. Конечно же, мы не забыли о тех, кому совсем немного не хватило для победы. Они зарабатывали лайки, которые впоследствии могли поменять в специализированном онлайн-магазине на нужные и эффектные призы. Вся программа сопровождалась яркой визуализацией в виде плакатов, баннеров, инфописем, групп в корпоративных социальных сетях и ценных подарков, что постоянно подогревало интерес участников к происходящему. Конечно же, запуская подобную масштабную программу, мы осознавали риски. Крайне сложно очертить понимание 2.0-ности, где начинается простое и заканчивается обслуживание по скриптам, тем более, если ты привык к последнему. Нам удалось сформировать единое понимание за счет второго этапа, где каждая команда в режиме видеоконференц-связи отстаивала 2.0-ность своих разговоров. Учитывая тот факт, что подобная активность происходила при каждом гран-при, в ней принимали участие представители разных площадок, нам удалось понять, что такое 2.0 с учетом индивидуальности каждого нашего уважаемого клиента. Подведем итоги. Формула 2.0.15 – программа, которая вовлекла и мотивировала максимальное количество персонала использовать обслуживание 2.0. Признание проходило на самых разных уровнях, начиная с онлайн-раздачи лайков, когда ты сразу же после своего разговора получал похвалу, и это движило тобой в достижении новых высот. Учитывая вовлеченность в программу всего департамента, признание, начинающееся на местах, продолжалось вплоть до начальника департамента. Всего за один год с помощью программы Формула 2.0.15 – нам удалось сделать каждое обращение в контактный центр не только результативным, но и эффектным, приятным и живым.